И когда вы идете дальше в глубину себя, это уже не про желания земные. Это уже не про цели, это не про достигаторство, это не про ебабельность, да, как, не знаю, может, это грубо звучит, но когда мне начинают, а что такое, а между мужчиной и женщиной, а вот этого, а что секс не нужен, это уже про другое, это про другое чувствование. И мы, наверное, следующую тему, если вы мне напомните, мы сделаем тему именно про мужское и женское, это другое. Вот. И здесь, когда ты идешь следующего себя, ты идешь уже в следующий опыт, который в этой плотности, он ты о нем не том, что не задумывался, а его как будто бы не было, ты о нем не знал, я о нем не знала, например. Это когда я себя начинаю собирать в разных реальностях, в разных воплощениях. То есть я есть сейчас с вами, говорю здесь, я есть в таком же мире, такая же, но что-то, например, делаю другое, или тоже могу проводить эфир. И еще у меня как бы много, то есть вот этих вот воплощений много. И сейчас на определенном этапе, сейчас что я делаю, чем я конкретно занята, это научаюсь, наверное, так можно сказать, собирать себя воедино из разных миров, из разных плотностей, когда я начинаю собирать себя воедино. И когда я начинаю собирать себя воедино, я свои пазлы плотности, потому что плотность, она единая. Вот эти все миры, они все находятся в единой плотности. И когда я научаюсь собирать себя всю сразу, тогда я становлюсь этой плотностью, единой плотностью. Я становлюсь всем. Это уже тогда получается не философский бред. Я есть все, я есть тюльпанчик, я есть росинка, я есть там что-то еще. Это уже не про то, что я чувствую, что я вот травиночка, а это про то, что я есть абсолют, знание абсолюта во всем. И это другие ощущения, другие состояния. И могу сказать, что сейчас я могу себя собрать не во всех воплощениях, не во всех плотностях, потому что нужно прокачивать, очень нужно прокачивать свое физическое тело, чтобы его не порвало. Потому что физическое тело, оно не рассчитано, ну, по крайней мере, мое сейчас не рассчитано на все плотности. Именно поэтому в моем рационе есть много спорта и разной физической активности. То есть не что-то одно, а где-то бег, где-то тренажерный зал, где-то растяжка, где-то танцы, где-то камуки, где-то ходьба, где-то плавание. То есть чтобы с разных аспектов, это вот как вы одну мышцу можете с разных моментов прокачивать, да? То есть есть базовые упражнения, а есть точечные какие-то. И вот я сейчас занимаюсь в том числе вот этими вот точечными. Прокачкой своего физического тела, чтобы я могла собрать максимально себя воедино. И когда мы собираем себя воедино, мы становимся этим пространством.